Здравствуйте, мои дорогие. Очень быстренько отвечу на вопрос подписчицы. Вернее, даже не вопрос, а чуть ли не истину глаголит человек, потому что пишет: «Нарцисс приходит в жизнь как исцеление вашей души, будто бы Бог сам хотел, чтобы вы через него очистились». Давайте разделять понятия. Вот есть два понятия: воля Божья и попущение Божье. Воля Божья – это какое-то добро, которое совершается в вашей жизни. А зло – это попущение Божье с тем условием, что Господь заранее знает, что, конечно же, вам будет по силам это испытание, вы его преодолеете, и вы сможете найти дорожку, чтобы вырулить опять снова на дорогу добра, да? То есть, все равно, что сказать: «Я упала в лужу, чтобы очиститься». Не сама лужа нас очищает, а когда мы вырываемся, когда мы вылезаем из этой лужи и потом идем мыться, правильно? Так вот, нарцисс это как раз-таки и есть вот это попущение Божье и лужа, из которой мы вылезаем. Кто-то вылезает еще и травмированный, кто-то вылезает еще и с раком и так далее. И сказать, что это прямая воля Божья для исцеления души, это неправильно. Это не догматично, потому что человек не может приходить злой в нашу жизнь, потому что Боженька так захотел. Боженька вообще не хочет, чтобы в этом мире было зло. Но из-за того, что люди очень часто совершают плохие поступки, и люди бывают разные, да, Господь это иногда попускает. Еще раз, с тем учетом, что Он готовит нам еще и план выхода из этой ситуации. Но мы не очищаемся через нарциссов ни в коем разе. Они, наоборот, загрязняют нашу душу. И нужно приложить немерено усилий вообще, чтобы очиститься после таких отношений. Потому что кто-то, еще раз говорю, выходит с какими-то вредными привычками, кто-то выходит с заболеваниями, кто-то выходит с ощущением того, что все плохо, все ужасно, в отчаянии, в унынии. Сколько надо сил приложить, чтобы вообще после этих отношений восстановиться? Давайте разделять понятия и не приписывать нарциссу божественных истин и спасения для нашей души. Потому что этот человек приходит, чтобы навредить, а не для того, чтобы исцелить нас. Спасибо.